день я останавливаюсь, ты должна сразу продолжить. За энэ одоо хүн тоглочоо зогслоо, багш тоглочоо зогслоо, чи үргэлжлүүлээ тоглоорой гэж байна. Да, на, нет. Значит, здесь очень произведение очень хорошо скомпоновано. Нет, нет. Я сейчас объясню. Здесь по два, по четыре такта. Ты должна себе разбить по цифрам. Вот первая цифра это была, вторая цифра это отсюда. Третья цифра отсюда пошла. Вот на это произведение здесь у тебя будет, ну, 20, ну, может быть, 30. И вот если будет тут у тебя 30 цифр, сделай себе 30 карточек. 1, 2, 3, 4, 5, 30. Перемешай. Тэгээд ингэ хаяад яг одоо гүзэр шиг потом смотришь пятая цифра, играешь на язык пятую цифру. Я еще карточку. 20-я цифра, играешь 20-ю. Ингэ суглаад, тэгээд 5-р цифр гээд гараад ирвэл 5-р цифрээс эхлээд тоглоно. 20-ийг гараад ирвэл 20-оос эхлээд тоглоод энэ бүр аюулгүй сайн тогтоогдсон байх гэж. Чтобы это было стабильно, это нужно учить только. Хэрэгжил сургач. Потом не разрешай себе играть сначала до конца. Вот и нельзя учить вот так, сюда и до конца. Учи с конца. Вот. Вот эту строчку, потом эту. И когда дойдешь до начала, разреши себе сыграть сначала до конца. Төгсгөлөөс нь ихэд явсаар аваад эхэнд нь өрвөл дараа нь өөртөө эхнээс нь аваад тоглохыг зөвшөөр гинэ. То есть получил 4 тава. Ну сыграл их там раз 5-10. Ага, 5-10 удаа их сүүлчийн 4 тактик тоглохыг гэж бодлоо. Тэгээд тэр маягаар ингээ явах юм биш. Потом следующий 4 так получил. Тоже сыграл 5-10 тава. Потом следующий два. И играя эти 5-10 раз не просто механически, а говоришь, сейчас я послушаю верхний голос. Слушаешь верхний голос. Потом повторяешь, сейчас я буду слушать левую руку. Сейчас я проверю в левой руке правильный штрих. Послушаю. Понимаешь? Каждый раз себе при повторении давай точное звуковое задание. Өөр зүгээр ингээд механикаар 5 удаа давтах биш, 10 удаа давтах биш, өөртөө дандаа ингээд даалгавар өгч, зорилт тавьж, одоо би ихлэ баруун гараа сонсож давтах хэрэгтэй юм байна гэд, баруун гараа сонсдог ч юм, дараа нь зүүн гараа эсвэл одоо юу гэх юм. Тэгвэл өөртөө зорилго тавиад ингээд хийвэл маш хэрэгтэй. Пока не сыграешь от конца к началу, не разрешай себе играть произведение. Сүүлээс нь эхлээл тоглооч дуусах ихнийхэн бүрхгүй юм бол хизээж бидээ өөртөө эхнээс нь тоглохыг зөвшөө гинэ. Если ты так позанимаешься хотя бы неделю, ты через неделю ты будешь играть очень хорошо. За, ведь 7 хоног тэгээд авчих юм бол 7 хоногийн дараа удаа маш сайн тоглоно гэж. Потом способ с цифрами так. Ну, можно по нотам сначала, потом наизусть. Одну цифру сыграла, вторую спела. Даже на ля-ля-ля-ля-ля. Просто. А то дара нотхан дэртэй дэй нон тарач болон гэж нэ. Эхний цифры тоглолдо, хайгор цифры дуулдо. Да. Одну цифру сыграла, там-то. Вот где ты сыграла. Та-та-там-пам. А потом ступила сразу. Понимаешь? Следующую цифру сыграла. Четвертую опять спела. Это очень хорошо. Если ты так позанимаешься за короткий срок, эта часть будет гораздо лучше. Юрий, вот он тебе дал три чечен, да. Ой, ты слышишь, кто ты?
Значит, первое. Посадить себя на более медленный темп. Хотя это потом уже будет играть чуть-чуть подвижку, все-таки бахнуть в соответствии. Убрать акцент на раз. Вообще убери. Пока убери, да, пока убери. И самое главное, учить по цифрам. Вот, обязательно. Потому что в этом стиле стабильность очень важна. Стабильность без ошибок. Потому что даже ты играешь на конкурсе, в романтической пьесе, где ты забыла, тебе простят. В Бахе никогда не простят. Да. А тут Бахтер ушел в Гичен. Спасибо. Можно 25 минут? Да, хорошо. Хорошо. Ну, пожалуйста, включите. Да, секундочку. Так, что прибрать? Чайковский романс. Романс. Ну, замечательно. Да. Да.
О чем это произведение? Юнит Ухаен Цеховкина. Юнит Ухаен. Куда ты Дезире? Дезире Артур. Дезире Артур, чьи имя? Это выдающаяся певица. И на автор-то тоже. И Чайковский был в нее влюблен. Да, Чайковский тут хайфтерисовал. И у них был даже роман. И вообще он даже хотел на ней жениться. А она уехала в Италию, она сказала, я приеду, и все, и все. И я, все будет хорошо. Она уехала и там вышла замуж. Тэгээ энэ хоёрыг хоорондоо хоёо тийм айс тэгээ хадаасан. Тэгээ Италид явсан тэгээ эргэж ирээгүй. Чайковский хоорсон байсан. Юу после этого написал драму? Тэрний дараа энэ драму сэргэжсэн. Что там Дольче? Дольче гэж юу гэж байгаа юм бэ? Дольтай зүгээр оюун талаа гэсэн. Thank you.
Thank you.